гости, дорогие друзья. Разрешите вас поприветствовать от лица Государственного исторического музея на нашем лектории «Исторические субботы», который является совместным проектом музея и Российского военно-исторического общества. Согласно расписанию у нас лекция, и в гостях у нас кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Максим Юрьевич Анисимов. Слово предоставляется лектору. Уважаемые слушатели, благодарю вас за интерес к этой теме. Сегодня у нас речь пойдет о правителе, который известен, в общем-то, всем. Все знают, кто такой Петр III, но одновременно можно сказать, что этот человек для нашей страны по-прежнему остается человеком неизвестным. Оценки его правления, его личности, они, на удивление, диаметрально противоположны. То есть мы знаем оценки как резко уничижительные и до оценок откровенно хвалебных, то есть таких апологетических, что это был один из лучших правителей страны. И сегодня мы попробуем разобраться в одной из таких вот основных направлений, где проявлял себя император Петр III, это его европейская политика, ну и внешняя политика в целом. Обычно, когда речь идет о Петре III, всегда вспоминают мемуары его жены. И в какой-то степени он действительно находится в тени Екатерины II. Те, кто защищают Петра III, они обычно сходу отвергают эти мемуары. Они говорят о том, что Екатерине было выгодно представить своего супруга как такого не совсем нормального человека, человека, заслужившего то, что с ним потом произошло. Но, в общем-то, эти апологеты не обращает внимания на тот факт, что и в других мемуарах, и в записках иностранцев, и в донесениях иностранных дипломатов Петр III обладает фактически тем же портретом, что и в письмах Екатерины II. Конечно, она как бы, могла дописать какие-то детали, но по сути, когда мы читаем и мемуары, и мемуары Екатерины, и записки других людей, и донесения дипломатов, мы видим одного и того же человека. То есть здесь так огульно Отвергать мемуары Екатерины не стоит, поскольку у нас действительно очень много источников, где Петр III один и тот же. Ну и для того, чтобы попробовать описать действия Петра III, нам нужно перейти к его характеру, характер, который складывался на протяжении всего его детства и юности, и сказать его происхождение. Петр III был сыном Галштинского герцога Карла Фридриха и дочери Петра I Анны Петровны – в 1724 году Петр Великий решил отдать свою дочь замуж за Галштинского герцога. Это было в духе стремления Петра Великого заключить союзы с нужными германскими государствами, в основном Северной Европы, выходящие к Балтийскому морю. И при... Заключение этого брака и Анна Петровна и Карл Фридрих отказались от прав на русский престол, но официально было подтверждено, что дети, которые родятся в этого браке, могут претендовать на российский престол. И с другой стороны, Карл Фридрих был племянником Карла XII, и таким образом враг Петра I Карл XII приходился Петру III двоюродным дедом, то есть он был его внучатый племянник. И одновременно с правами на российский престол, при рождении Петр III, как его тогда называли в настоящем немецком Карл Петр Ульрих получил права и на шведский престол. И первоначально эти права считались наиболее перспективными, поскольку прежняя Петровская линия ушла с русского трона, там воцарилась племянница Петра Анна Иоанновна, и вроде бы русский трон Петру III будущему не светил. Поэтому его готовили как лютеранина, готовили к тому, что он, скорее всего, займет шведский престол. Ну и, в общем-то, России тогда особо никто и не думал. Петр III был русским наполовину, то есть по матери, но по духу он русским не был совершенно. Его мать умерла сразу, ну не сразу, там через некоторое время после родов, то есть у нее фактически не знал, и воспитывал его отец. Отец для отца это был любимый сын, то есть он и любил, это был его единственный сын, наследник, и он, судя по всему, ему удалось передать свои чаяния, свои надежды, свой взгляд на мир своему сыну. Карл Фридрих был патриотом своей страны, то есть он любил свою родину. И проблема его галштинского герцогства заключалась в том, что половину этого герцогства забрала себе Дания. Это территория Шлезвига. Карл Фридрих никак не мог этого простить. Многие державы предлагали обмен, скажем, чтобы Карл Фридрих при их согласии согласился обменяться зданий на территориями, то есть отказаться от этих владений, но Карл Фридрих отказывался даже как бы, отказаться от их прав на Шлезвик. Они у него были как бы, в резерве, он знал, что пока этого получить невозможно, но по крайней мере надеялся. Он надеялся на Швецию. Он надеялся на Петра I, надеялся на Россию, но вот пока эти планы не реализовывались. И вот это вот стремление восстановить свои родовые владения, вернуть им Шлезвик и было одной из главных таких целей отца Петра III, и, судя по всему, оно по наследству перешло и самому Петру III. То есть его цель отнять у Дании Шлезвик и стала целью его внешней политики уже на престоле как российского императора. Отец растил его вот так, как растят германских принцев, приучил ему любовь к военному делу, ну и, в общем-то, известное увлечение военным делом, которое Петр III унаследовал, и, кстати, скорее всего, он передал по наследству и Павлу I, и всем последующим русским императорам. Это какая-то вот такая родовая черта галштинцев, поскольку мы знаем, что и шведский король тоже, в общем-то, увлекался военным делом и тоже любил смотреть на парадами. Это был родной дядя Петра III. Своему воспитателю, уже находясь в России, учителю Штелину, Петр III рассказывал, как один из самых ярких эпизодов своего детства, о том, как отец произвел его в лейтенанты. До этого он был сержантом, стоял на часах, и когда герцог отмечал свой какой день рождения, он увидел, что его сын жадностью смотрит на то, как едят гости, сам стоит на часах и, в общем-то, улыбнувшись, показав всем на своего сына, потом подошел к нему и поздравил его с тем, что он присвоил ему чин секунд лейтенанта. И это было одно из ярких впечатлений Петра III. Он получил офицерский чин, он стал офицером и, в общем-то, он мечтал, что он будет служить именно по военному делу. Отец Петра III умер, когда ему было 11 лет, и, в общем-то, Петр остался круглым сиротой и поступил под опеку своего дяди, принца Адольфа Фридриха, будущего шведского короля. Здесь его воспитание значительно худшилось, то есть дядя, в общем-то, было не до него, он приставил к нему тех воспитателей, которых имел наличие, понятно, что в Захолустном герцогстве на севере Германии не было достойных людей для того, чтобы воспитать будущего великого правителя. И воспитывали его в достаточной степени тяжело. То есть его учитель потом рассказывал, что Петра III били его воспитатели секли его, и даже сам Штелин видел такой эпизод уже по прибытии Петра Федоровича в Россию, когда его оберговмейстер, бывший воспитатель Брюмер, о чем-то поспорил. с Петром Федоровичем и, в общем-то, бросился на него с кулаками. Сам Штеллин тут же встал перед ними и сказал, что, слава богу, что я не увидел, как вы бьете наследника российского престола, намекая на то, что, в общем-то, это уже не просто князь, и императрица будет очень недовольна, если узнает, что кто-то бил ее племянника и наследника. И После этого выбежавший в свою комнату Петр Федорович прибежал обратно со шпагой, и сказал, что он положит этому конец, если еще раз Брюмер поднимет на него руку, он заколет его этой шпагой и, в общем-то, просил передать об этом императрице Елизавете Петровне. После этого, насколько известно, Брюмер больше Петра III не трогал, но все-таки вот это вот его тяжелое воспитание наверняка сказалось на его характере. По крайней мере, тот же Штеррин глухо упоминает, что императрица выговаривала своему племяннику за то, что он без нужды мучает животных. Но это, как мы знаем, психологическая такая вот особенность, характерна для тех, кто подвергался в детстве насилию, то есть перенос этого насилия. Естественно, что характер Петра Федоровича был этим серьезно испорчен. И когда с ним познакомилась Елизавета Петровна, она тоже удивлялась, почему вообще принца никто не учил. То есть он мало что знает и фактически ни в чем особо не разбирается. Жизнь Петра Федоровича изменилась в декабре 1741 года, когда в России на престол в результате переворота вошла его родная тетя Елизавета Петровна. Она вызывает его в Петербург, она назначает его своим наследником, поскольку у самой Елизаветы Петровны нет мужа и нет детей. Ей нужно утвердить права и свои, и свои династии на российский престол. И фактически она во многом даже прячется за Петра Федоровича, на всякий случай показывает, что вот есть еще один наследник то как бы не только я, но и. Тот человек, которого и отец, возможно, предполагал к наследованию российского престола ее отец Петр Великий, ну и, в общем-то, мать Екатерина I тоже писала завещание, по которому расписывала очередность занятия престола, то есть после Петра II должна быть линия Анны Петровны. Ее старшей сестры, если дети ее сохранят православие, потом Елизавета Петровна, если ее дети, если они сохранят православие. То есть получалось, что у Елизаветы Петровны прав, в общем-то, больше, но как только Петр III принимал православие, получалось, что он, как бы, даже, возможно, более законный правитель. И вот этот вот тандем Елизаветы и Петра III она сохранила вплоть до своей кончины. То есть она, вероятно, не могла отказать не только потому, что это был единственный родственник, племянник, сын ее любимой сестры, самого близкого к ней человека, но и потому, что у Петра III тоже были в -то, все права на престол, и просто так лишить их означало увлечь Россию новую смуту. Уже по прибытии в Россию Петру Федоровичу, как он получил это имя при православном крещении, исполнилось 14 лет. Лизета Петровна до того не знала его, она видела только его портреты и, в общем-то, во многом была разочарована тем, что его придется долго учить. Одновременно с назначением наследником российского престола пришли известия о том, что шведский Рексдаг, то есть сословный парламент, выбрал Петра Федоровича, Карла Петра Ульриха Глаштинского, наследником своего шведского престола. Но в связи с тем, что он уже принял православие, шведам было отказано, и они выбрали престолом наследником престола его дядю Адольфа Фридриха, который ей вошел на престол в 1751 году в связи со смертью предыдущего бездетного короля. Лизавета Петровна представила представила к своему наследнику воспитателя, учителя, который учил его многом. Это был достаточно уважаемый и очень известный человек, Якоб Штелин, академик. К этому человеку, несмотря на то, что он учил его только три года, Петр III навсегда сохранил привязанность, то есть он его уважал, чтил его, Штелин его тоже любил, оставил о нем записки о том, каким был Петр Федорович. При Штеллине Петр III выучил, ну, Петр Федорович, будем так называть его, выучил русскую историю, как Штелин пишет, что он мог как бы, рассказать по памяти всех русских князей, начиная с Рюрика, даже поправлял каких-то русских сановников их знания в российской истории, и Елизавета этого умилялась и выражала свою благодарность Штелину, чтобы он, что он правильно воспитал. Но единственное, что Штелин учил его только три года. Дальше Петр Федорович стал совершеннолетним, Император Священной Римской империи прислал ему соответствующую грамоту, что он теперь ну, как бы может вступить в права престола, ненужен ему опекун, и одновременно с этим Елизавета Петровна женила его на Софии Августе Фредерике, Ангальцербской, будущей Екатерине II. Штеллин был после этого отставлен, он как бы, получил должность библиотекаря, и Петр III стал, Петр Федорович стал сам себе хозяин. Его дальнейшие там говмейстеры особого воздействия не оказывали, они относились к его обучению не так, как Штерлин, то есть, в общем-то, для них это была такая некоторая абуза, и Петр III действительно был предоставлен сам себе. При вступлении Петра Федоровича как сказать, в ранг наследника престола, в ранг великого князя, Елизавета Петровна ставила им право управлять всеми делами его родины, Гаштейн-Гаторпа. Ну, вероятно, Елизавета руководствовалась идеей о том, что управляя маленьким государством, его наследник научится управлять большим. Когда он станет императором, этот опыт ему поможет. Петр Федорович любил Галштинию, но не любил заниматься... Всякими нудными делами. Ну, известный тоже эпизод из мемуаров Екатерины, что он передал ей фактически управление всей финансами, экономикой своего государства. И Екатерина, первоначально просто помогавшая Петру Федоровичу управлять, в конечном итоге стала вести все финансовые дела этого княжества самостоятельно. Но Петр Федорович помнил свою цель, помнил цель своего отца и тоже отказывался от обмена своих владений на какие-либо территории в Северной Германии, которые предоставляли датчане, и отказывался отказаться от прав на Шлезвик. Но под настоянием Елизаветы Петровны, русских министров, Петр Федорович согласился вести переговоры об этом. Переговоры об этом велись десятилетиями и, естественно, никакого результата не приносили. То есть они были такие вынуждены. Петр Федорович стоял на своем, отказываясь от каких-либо Изменений и так, эти переговоры длились до того момента, когда Петр Федорович стал Петром III, когда он воцарился на престоле, после чего он сразу эти все разговоры прекратил. Известно, что Петр Федорович очень чтил Фридриха II, в общем-то считал его таким идеальным правителем, ну и, в общем-то, фактически больше ничем себя во внешних делах не проявлял. Завета Петровна пыталась включить своего наследника в состав конференции при высочайшем дворе, которая занималась всеми вопросами подготовки семилетней войны и последующей войны с Пруссией. Но Петр Федорович настолько открыто выражал свою пропрусскую позицию, отказывался подписывать там разные антипрусские указы, что ли за это Петровне пришлось его оттуда убрать. Ну, также известно, что Петр Федорович уже многие годы находясь в России, Россию не любил. Он и говорил, прежде всего, иностранцам, которым не нужно было скрывать свои чувства, что он, в общем-то, очень недоволен тем, что его сюда привезли. Как он говорил, что подумайте, сейчас я уже был бы королем Швеции, а меня вот вывезли сюда, в эту полуварварскую страну, а так бы я уже управлял там цивилизованным народом. Понятовскому, который был тогда представителем польско-саксонского двора, посланником в 1756 году, тоже как иностранцу, он откровенничал о том, что э, если бы он сразу поступил на прусскую службу, то вот к этому моменту он бы уже, наверное, командовал Фридрихом II полком, был бы уже генералом, а его сделали наследником этой стране. И причем он сказал относительно России такой прилагательный, который публикаторы постеснялись публиковать, заменив там точками, оставив первую букву на французском языке. Вот, то есть, э, такое отношение, конечно, было видно русским, то есть русские понимали, Петр III был в достаточно достаточной степени бесхитростным человеком, и, в общем-то, его чувства были видны. Конечно, он пытался скрывать, и Штерин тоже так вот глухо упоминает, что он пытался как бы говорить Петра III не выражать свои эмоции, не выражать свои чувства, а по возможности и скрывать, поскольку как бы, русские все замечают. И как сам же Штейн тоже говорит, что по своему воспитанию Петр Федорович был больше протестант, чем православный. Крещение было проведено внешне, но вот то детское воспитание, которым воспитывали в лютеранстве, оно в нем сохранилось. Но при этом Штерин отмечает, что Петр Федорович не любил насмешек над верой, насмешек над религией, но был рассеян при выполнении православных обрядов. Он забывал креститься, в церкви он уставал и как бы, часто переговаривался с придворными, что тоже русским не нравилось. Не нравилась сама императрица, поскольку она считала что наследник должен стоять как положено православно, то есть сосредоточенно и участвовать как бы душой в богослужении. Характер Петра III и в целом даже его особенности очень хорошо активизовал тоже Понятовский. У него краткая фраза, что он не был глупым человеком, он был безумным. Имея в виду, что как бы не то, что он был невменяемый, а то, что он был странным. Но человек действительно был умным, но просто как бы вел свою линию и Сильно выделялся из всего окружения, поэтому они считали его как бы, человеком не совсем нормальным. Иногда ему давали шутки, он был в достаточной степени остроумен, он был добрым человеком. Ну, Известно тоже факт, что за все вот эти полгода своего правления Петр III никого не казнил. И даже никого как-то особо не наказывал. Наоборот, он вернул всех сыльных, которые были отправлены при Лизавете Петровне, пытался их мирить и, в общем-то, никому не мстил: ни Брюмеру, ни всем остальным, кто в детстве его обижал. Он был в достаточной степени добродушен, наивен, прост, ну и инфантилен. То, что отмечали иностранные дипломаты, в том числе прусские, что ребят шли в безмеры, то есть любил играть, и вот почему-то как-то он так и не повзрослел уже к 25 годам, когда он стал править. Ну, одной из такой основных черт характера было упрямство, то есть Петра III было очень трудно в чем-либо переубедить. Он стоял на своем и стоял, в общем-то, твердо. У нас наша тема сегодня посвящена внешней политике Петра III. Она как бы не касается внутренней политики, но во многом и потому, что внутренней политике Петр III достаточно плохо виден. Мы хорошо можем проследить ее действия во внешней политике, а внутренней политике сложновато. Как писали сами современники, и с ними во многом согласны современные историки, что во внутренней политике Петр III следовал своему окружению. То есть оно предлагало ему идеи, и Петр III их просто утверждал. Ну, известный факт, что Петр III ⁇ один из самых таких главных законодателей в нашей истории. То есть он фактически за 186 дней правления ну, около 200 законодательных актов принял. То есть фактически больше одного в день. Естественно, что иногда это говорят, что вот какой был молодец, но мы даже можем сравнить с Петром Первым, в чем талантах и работоспособности нет никаких сомнений, но здесь Петр серьезно уступает. Понятно, что невозможно за один день подготовить указ, и все эти указы были разработаны раньше. Как-то особо не обращалось внимания на законодательное творчество времена Елизаветы Петровны. Мы знаем уложенную комиссию Екатерины II, которая собиралась принять новый свод законов, но так и не приняла. Но предыстория этой комиссии она относится ко времени Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна собрала такую же комиссию, но она никак не могла начать работу, поскольку это были уже последние месяцы жизни Елизаветы. Она делами не занималась и, в общем-то, все управление остановилось. Петр Федорович знал об этом, он не распускал эту комиссию, и она начала работать в последние месяцы управления. Пришла к власти Екатерина II, и эту комиссию по законодательству она распустила. Поэтому мы можем сказать, что многие законодательные акты, они относятся принятые Петром, относятся ко временам Елизаветы Петровны. Ну и в частности, например, самое известное деяние Петра III – это принятие, ну, опубликование манифеста о вольности дворянства, разрешение дворянам не служить. Какие-то отголоски этого документа можно найти в бумагах Елизаветинского канцлера Воронцова. Бумага эта не датирована, она как бы, публикатором называется рассуждение пункты там, к рассуждению о вольности дворянской, и судя по обращению, то есть и я, императорское величество, они написаны для Елизаветы Петровны, поскольку для Екатерины писать смысла не было, тем более, что сам Воронцов при Екатерине уже не пользовался влиянием. Вероятно, последние годы Елизавета Петровна Воронцов пытался что-то такое предлагать, но в связи вот с общим параличом власти Елизавета Петровна принять не смогла. И когда пришел Петр Федорович, вся эта кипа документов, которая скопилась в последнее время Елизавета Петровны, была положена на стол Петру Федоровичу, и он их начал утверждать. Штелин пишет, что, будучи еще великим князем, Петр Федорович говорил, что это о внутренней политике, как он изменит, он говорил и о манифесте о вольности дворянской. Но, ну, в общем-то, судя по всему, это действительно разработки и тех, и заветинских фаворитов, которые сохранили свое влияние при Петре Федоровиче. Это Шуваловы и Воронцова. Почему Петр Федорович пошел на это? Ну, можно опереться здесь на такой вот эпизод переписки императора Петра III и Фридриха II, когда Фридрих II, прусский король, на правах вот, как бы старшего товарища, советовал Петру Федоровичу быть очень осторожным с русскими, то есть не раздражать их, поскольку для него это может плохо закончиться. И Петр III всегда так добродушно отвечал, что Фридриху II волноваться не стоит, русские не опасны, если знать, как с ними обращаться. Ну, Петр III считал, что он знает, как с ними обращаться, поэтому опасности нет. И вот, на мой взгляд, эта уверенность Петра III, которую он как бы нигде больше не комментирует, и заключалась в том, что он делал то, что хотело его окружение. То есть он выполнял просьбы окружения, выполнял просьбы дворянства и получал, что дворянства нет причин быть ему недовольным. Мы знаем, что манифест о вольности дворянства был воспринят дворянством на ура. Это есть во многих мемуарах, что наконец-то это стало возможно. Болотов, тот же мемуарист, был в восторге, и сразу же после этого он покинул армию и уехал свои владения и этим Петр Федорович был успокоен и считал, что ему от русских угрожать нечего. Такой своеобразный конкордат. Он делает то, что ему считает, ну то, что ему кажется нужным во внешней политике, во внутренней политике управляют его фавориты, его ближайшие люди, которым он как бы лучше, которые лучше знают, что нужно России, и пусть они делают там все, что угодно. Ну и, в общем-то, как писали иностранные дипломаты, что после воцарения Петр никак не занимается внутренними делами, а дает дело только внешней политике. Ну и тоже австрийский посланник писал, что вот достаточно интересен контраст между внутренними делами и внешними делами, что внутренние дела Петра III достойны наивысших оценок, в отличие от внешних дел, и он объяснял это тоже влиянием окружения. То есть этим занимаются русские министры, русские чиновники, а внешней политикой занимается сам Петр III. С его царением, которое произошло 25 декабря 1761 года после смерти Елизаветы Петровны, он, Петр Федорович, Петр III получил реальную возможность реализовать свои мечты, то есть отнять у Дании шлезвик. В Европе шла семилетняя война, и эта семилетняя война Петру III мешала. Он хотел бы, чтобы она прекратилась, поскольку она отвлекала и русские силы, отвлекала силы тех, кто был, рассматривался им как его союзник от борьбы с Данией. Петр Федорович не понимал целей России, не понимал, почему Россия вообще участвует в семилетней войне, ну и вообще как бы особо не представлял себе ее интересов. И главная проблема всего царства, не главная причина вот его такой трагической судьбы, то, что на русском престоле он так и остался галштинцем, он остался немцем, и современники тоже знали. Французский дипломат Луи Фавье в 1761 году был секретарем посольства в России, и он написал про Петра Федоровича тогда еще великого князя. Он до сих пор еще остается чистым немцем и никогда не будет ничем иным. И Фридрих II, судя по всему, тоже это понимал, он написал ему письмо, где красиво назвал его «Государь с истинно немецким сердцем». Английский постаник пост Уильямс в 1756 году писал про Петра Федоровича, что «Великий князь – прусак насмерть». И все его пребывания в России так и не изменило это, в отличие скажем, от его супруги Екатерины, которая постаралась сделать так, чтобы ее немецким происхождением все забыли. Петр Федорович оставался глаштинцем и оставался немцем. Он как бы даже вот это вот увлечение Фридриха II, оно совпадает с таким типично немецким отношением к этому вот герою Германии его мечты команды каким-то полком, это тоже мечты обычного германского князя. Их достаточно было много, и для них вершиной карьеры было именно стать генералом у такого великого человека, как Фридрих II, у такой страны, как Пруссии. И для него, для Петра III при воцарении Россия стала таким вот своеобразным довеском к его родовым владениям, галштиниям, то есть средством обеспечения прав своего германского государства. То есть все силы России должны были быть направлены на обеспечение блага Голштейна Гаторпа. И иностранцы тоже это отмечали, что вот если Петр III стал больше внимания уделять России, то это только, только потому, что она полезна для каких-то галштинских идей. И русские министры с это с горечью понимают. Никита Панин, один из главных деятелей переворота, который сверг Петра III, он потом уже при Екатерине говорил, что Гаштиния, несмотря на ее размеры и значение, казалось для Петра III больше достойной ее любви, чем Россия. И вот немец по духу и поклонник Фридриха II по своему собственному выбору оказался на российском престоле. Все и русские иностранцы понимали, что внешняя политика будет изменена. Но Петр III не сразу стал менять, то есть где-то месяц он ничего особого не делал, возможно ждал, как бы посмотрел на эффект, который произведет его царение при европейских дворах. Но эффект действительно был достаточно серьезный. Если Петр III рассчитывал, что австрийцы откажутся от войны из-за этого заключат мир с Ридерхом вторым, то он ошибся. Эффект был противоположный. Австрийцы, узнав о его царении, сразу же ввели новые налоги, и сразу же стали собирать новых рекрутов, понимая, что теперь им придется воевать с Фридрихом II фактически самостоятельно. Тут же стала вооружаться Дания. Дания, которая не строила иллюзий и тоже все понимала. Это было еще до отказа официального Петра III от переговоров о будущем его владении. Шведы, которые были союзными австрийцам и русским, тут же остановили свое зимнее наступление и заключили на всякий случай с Прусаком мир, потому что без России воевать в достаточной степени сложно, тем более такой вот, как бы, слабой стране, как Швеция. Во Франции понимали, что политика может быть измена, и попытались хоть чем-то повлиять на Петра III, чтобы оставить его в союзниках. Они и министры, и сам король очень внимательно стали относиться к русскому послу, стали говорить комплименты Петру III, то есть, чтобы он их передавал. Но, в общем-то, роль этого все равно не сыграла. И с Францией отношения так и не сложились. В Англии неожиданно спокойно отнеслись к новому императору, считая, что Петр III, как русский государь, обязательно закончит дело из этой Петровны. То есть другого выбора нет. Он сохранит за собой Восточную Пруссию. И, как говорил английский госсекретарь, он считает, что их союзник Фридрих II должен пожертвовать своими территориями, чтобы мир наконец-таки в Европе наступил. Англичане уже решили все свои проблемы, отняли все свои колонии французов и ждали только, чтобы все побыстрее подписали мир. Русский постаник Голицын, он был сторонником активной политики, сторонником удержания за Россией и Восточной Пруссии, написал об этом разговоре с английским госсекретарем в Петербург. Эту реляцию прочитал Петр III и распорядился выписать ее и отправить Фридриху II о том, как именно англичане относятся к своему союзнику. Естественно, что скандал был очень большой. Это привело к тому, что Англия и Пруссия фактически разорвали союз между собой, и английский госсекретарь долго оправдывался. Но оправдываться ему было в чем, поскольку вот эта вот выписка из реляции была составлена таким образом, что слова Голицына, его мнение было выдано за мнение английского госсекретаря. То есть эффект был еще больше усилен. Вот это такие вот первые дела Петра III на престоле. Ну и можно отметить, что Петр III ничего не менял. У него, вероятно, не было каких-то своих людей, которые он бы хотел поставить на какие-то места. И дипломаты, те же самые, которые были при заветы теперь вынуждены были проводить политику противоположную ей. Он ну, эти дипломаты были дипломаты старой школы, то есть они понимали все цели и задачи России. Некоторые из них, вот как Голицын, пытались намеками там и разного рода э, и советами вернуть Петра III в лоно политики Елизаветы Петровны, но, естественно, что эти советы не помогали. Но другие дипломаты, например, тот же Кизерлин, который э, тайно придерживался пропрусских симпатий, поддерживал всегда протестантов в борьбе с э, австрийцами и французами, как католики, он открыто приветствовал воцарение Петра Федоровича и, в общем, тоже э, как бы, присоединился к его идеям о прекращении войны. Во главе русской дипломатии стоял тогда канцлер Михаил Воронцов. Он не был изначально профессиональным дипломатом, но уже с середины 40-х годов плотно занимался внешней политикой и тоже хорошо представлял себе российские интересы. Он по воцарении как бы подал в отставку, говоря о том, что «Постояние здоровья не может руководить внешними делами». Он действительно у него как раз в это время открылся туберкулез, он через несколько лет умер, и все вот иностранцы говорят, что он себя плохо чувствовал, не мог выносить споров, задыхался и вообще имел вид человека глубоко больного. Но Петр Федорович его обласкал, сказал, что он доверяет Воронцову и пусть все остается так, как было. Воронцов остался канцлером, но и позиции него были в достаточной степени прочные. Племянница Воронцова Елизавета Воронцова была фавориткой Петра Третьего. И вот, как говорят многие историки, Воронцов и его брат Роман, один из таких вот как раз государственных деле, который занимался реформами государственного управления и законами, они планировали в итоге развести Петра III с его женой Екатериной и выдать за него замуж Елизавету Воронцову, таким образом продниться с императором. И вот месяц Петр III никак себя не проявлял, только 9 февраля 1762 года во все российские миссии за границей был разослан циркулярный рескрипт о том, что Россия выходит из Семилетней войны. Первоначальный проект рескрипта писал о том, что как бы, о будительных мотивах Петра Федоровича, о том, что он прекращает войну, потому что неизвестен военный жребий, неизвестно, как это скажется на России. Но этот рескрипт был Проект Рескрипта был исправлен, и там вместо этого была написана фраза, что «не желая видеть столь долгое кровопролитие, он хочет дать мир всей Европы. То есть, вероятно, Петр III, который сам первоначально просматривал Рескрипт, решил, что как бы, объяснение этого неизвестности военного жребия не совсем соответствует действительности, лучше выступить как вот сторонником прекращения кровопролития. Одновременно с этим был отослан приказ русскому корпусу, которым командовал генерал Чернышов. Этот русский корпус, 20-30 тысяч человек, был придан австрийской армии. Теперь ему поручалось оставить австрийцев и возвращаться в Польшу на соединение с основной русской армией, которая там зимовала. После этого были отозваны российские представители из Аугсбурга. Аугсбург был выбран местом будущего конгресса, который должен был завершить семилетнюю войну. Страны уже назвали своих представителей, русские очень хотели бы, чтобы этот конгресс состоялся, это был бы первый международный конгресс, где Россия играла бы ведущую роль. Поэтому русские дипломаты уже находились в окрестностях и ждали только сигнала, чтобы приехать. Они не могли там оказаться первым, поскольку это было бы уронить престиж России, и ждали остальных. Но вот теперь Петр III сказал, что ему этот конгресс не нужен, и он отзывает этих дипломатов обратно в Россию. Австрийцы, понимая, что союзник их фактически предает, относились к этому в достаточной степени спокойно и относились к Петру III лояльно. Всегда подчеркивая свое уважение и ему, и российским дипломатам, но одновременно готовились к войне с Пруссией. То есть австрийцы все равно не хотели взрывать Россию, но ну, может быть потому, что лишний враг им тоже был еще тогда не нужен. Франция, которая была далеко от России, она все больше и больше раздражалась. Она обвиняла Петра III в предательстве, о том, что от Людовик XV, несмотря на всю тяжесть, которую он возложил на себя в годы этой войны, несмотря на все поражения, все равно не выходил из Союза и был уверен обязательством, но Петр III так все поменял. И в итоге как бы, французы срывали свое раздражение на российском после. Король принимая всех иностранцев, проходил мимо него, в общем-то, не общаясь с ним ни словом, и так это продолжалось из ряда в ряд. Русский посланник Чернышов говорил о том, что, может быть, ему не приезжать больше в Версаль, но французский министр говорил, что как бы, король этого не хочет, пусть приезжает, но по-прежнему король не обращал на него внимания. Сгущались тучи над Данией. Дания Пыталась заручиться поддержкой великих держав для того, чтобы противостоять Петру Федоровичу хотя бы в таком дипломатическом уровне. Но все европейские державы дружно от Дании отвернулись. То есть с Петром Федоровичем не хотел ссориться никто. И Дания здесь фактически оказалась одна. Даже нейтральная Голландия отказалась выдать датчанам займ на военные нужды. Ну, тогда дачане отправили свою армию в городу Гамбургу, осадили его и потребовали выкуп. Гамбургу пришлось заплатить. Это вызвало международный скандал то есть все осудили дачан за вот этот акт агрессии. Но, в общем-то, кроме э, словесного осуждения, это не пошло. Дачане на эти деньги стали готовиться к войне и собирать армию. То есть в этом отношении можно сказать, что э, Петр III для Галштейна сделал очень много. Это редкий случай, когда ему удалось изолировать своего противника Данию, и, в общем-то, он мог готовиться к войне в достаточной степени спокойно. Датский король тоже понимал, что каких-то шансов у него нет. И вот как сообщают датские историки, Фредерик, король Дании, написал даже специальную молитву о том, чтобы Бог избавил его от этой войны с Гаштейном, с русскими. Она заканчивалась «Фредерик, твой червь, твой прах и пепел». То есть это бывало пример уничижения, но он показывает то, что у короля больше не было надежды, только на Бога. Ну и, кстати, можно сказать, что в какой-то степени молитва сработала, то есть в самый последний момент эта война была остановлена, она так и не случилась. И Фредерик в войну так и не вступил. Отношения с союзниками все больше ухудшались, и этому способствовала еще одна инициатива Петра III о том, что те послы, которые должны ему теперь как новому императору вручить свои верительные грамоты, должны перед этим зайти с этими грамотами к его дяде, принцу Георгу Галштинскому, и представиться прежде всего им. Это было в достаточной степени странным, до сих пор неизвестны причины этого, но ну вот может быть как-то Петр Федорович хотел представить им своего дядю, которого он планировал назначить герцогом Курляндию, то есть это будет правитель. Ну, те страны, которые зависели от России, или те, которые надеялись на дружеские отношения с ним, они как бы согласны были на этой пойти, то есть и Пруссия, и Швеция, и Дания, все это сделали, но ожидаемо уперлись те страны, которые считали себя первыми в Европе. Это австрийский двор и французский двор. С австрийцами удалось договориться, то есть австрийцы выдвинули встречные условие, что тогда и российский посол должен посетить одного из родственников германского императора. И он, в общем-то, это сделал, вот. а французы категорически это отказывались. То есть посланник Бретель так и не вручал грамоты, отношение к нему было все хуже и хуже, и в конечном итоге последний месяц правления Петра III французский посол покинул Петербург и поехал обратно. Но, правда, уехал недалеко, потом что-то вернулся с переворотом. Русский посланник Парижа в самое вот последнее время правления Петра III уже собрал свои вещи и ждал только приказ о том, что ему следует тоже покинуть Францию, но приказа этого так не дождался, получил приказ о том, что в общем-то власти поменялась, пришла к власти Екатерина II. Одновременно улучшались отношения с Пруссией. Как только он вошел на престол, Петр III сразу же отправил своего камергера Гудовича с известием этом к прусскому королю. Как считали дипломаты, ходили такие слухи в Петербурге, что одновременно с этим извещением Гудович повез предложение о согласовании действий России и Пруссии против Дании в борьбе за Гольштейн. Этот визит привел к тому, что Петр III принял прусского посланника фон дер Гольца и Гольц стал первым прусским посланником с 1751 года, поскольку до этого у России и Пруссии отношения разорвали, и там никаких прусских дипломатов не было. Известны инструкции, которые дал Фридрих II своему дипломату Гольцу о том. Он писал, что, судя по всему, Петр III хочет заключить со мной мир и выйти из войны. Поэтому, если Петр III захочет удержать за собой Восточную Пруссию навсегда, то он может это сделать, можно на это согласиться. Пусть только русские там дадут нам какие-то другие территории, согласятся, что мы увеличим свои владения в другом месте. Ну, вероятно, в Польше или еще где-то. То есть и Фридрих II не предполагал, что Петр III от него не потребует вообще ничего и отдаст ему ту же самую Восточную Пруссию просто так. Есть известная легенда о том, что Петр III предложил Фридриху II самому написать текст мирного договора, обязуясь подписать все, что напишет Фридрих II. Эта легенда до сих пор встречается в исторических работах, но, как удалось выяснить, это, в общем-то, на самом деле было фактически наоборот. То есть, да, был факт того, что в качестве такой вот обычной любезности Петр III предложил Фридриху II написать мирный договор. Ну, как бы это было в порядке вещей, ничего из ряда выходящего этого не было. То есть, какая-то одна сторона всегда предлагала проект, вторая его исправляла, и так они приходили к консенсусу. И Фридрих этот проект написал, и именно он в ответ написал, как бы вот вам проект, то пишите туда все, что угодно, я все подпишу. Ваши выгоды, мои выгоды. Я знаю, что здесь ничего плохого не будет. То есть фактически получалось, что Фридрих II, ну, которому в общем-то, терять нечего, соглашался подписать все, что сделает Петр III, а не наоборот. Далее этот проект попал к русским дипломатам, к тому же Воронцову, и тот его стал изменять. И нам известно то, что это не понравилось прусскому посланнику Гольцу. Он взял этот проект и через голову Воронцова пошел к Петру III и добился утверждения. И как бы на этом история тоже заканчивается. То есть такой вот Гольц был как бы правитель русский, что мог делать что угодно. Но на самом деле, как удалось найти в архивах, есть этот русский проект, проект Фридриха II, он очень короткий, очень деловой. А тот текст, который в итоге подписал Петр III, он очень пространный, и как бы видно, что с ним работали русские дипломаты, возможно, с ним работал сам Петр III. То есть там есть фразы, о том, ну, фразы которые восхваляют рыцарские качества Петра III. Это, в общем-то, нонсенс для международных переговоров. Но понятно, что Фридриху не пришло бы в голову это писать. Это дело или Петра III, или его сановников, которые решили так как ему польстить. Там действительно очень хорошо защищены интересы самого Петра III, его галштинских владений, о которых Фридрих II вообще никак не упоминал, ну и интересы русской армии. Мы знаем записку Волкова. Дмитрий Волков – это личный секретарь Петра III, то есть человек, готовивший его основные документы, о том, что он тоже работал над этим документом и внес туда такие фразы о том, что если в течение двух месяцев русская армия не сможет покинуть прусские владения, значит Фридрих II не счет это за нарушение договора. То есть она может русская армия находиться там сколько угодно долго. И Волков потом при Екатерине этим гордился, что «Ты какой я молодец, я обеспечил как бы, право нахождения русской армии в прусских владениях на сколько угодно долгий срок. Петра III он уговорил тем, что это нужно для войны из Дании или еще для каких-то дел, для помощи Фридриху II против австрийцев, и Петр III согласился. И мы знаем из документов, что Гольц действительно пытался отменить какие-то части, вот эти внесенные русскими дипломатами. Петр III согласился, но, как вот пишут иностранные дипломаты, Воронцову хватило мужества снова взять этот документ, снова пойти к Петру III и уговорить его все это вернуть. Фридрих II не возражал, и этот мирный договор был подписан в том виде, в котором его составили русские дипломаты. То есть нельзя говорить, как иногда встречается такая вот образная формировка, что Гольц был фактически правителем России и руководил всей русской внешней политикой. И руководил Петр III. И как бы им не так уж легко было вертеть, и он гнул свою линию, в общем-то, слушаясь и российских дипломатов, и, естественно, выполняя свои собственные цели. 9 апреля Петр III разослал новый циркуляр по всем иностранным миссиям, в котором предложил всем воюющим странам сложить оружие и договориться о мире без всяких условий. Ну, Чем-то похоже на то, что сделали большевики в 17 году. То есть все должны положить оружие и вернуться в собственные границы. Естественно, что эффект был такой же, ни, Фрус, ни Пруссия, ни Австрия, ни Франция не стали этого делать. Но, правда, можно сказать, что в какой-то степени этому последовала Швеция. Швеция давно изнемогала от войны, война эта, в общем-то, была не нужна, и она согласилась подписать с Прусаком мир на условиях как бы, довоенного состояния. Никто ничего не приобрел. Главным врагом в этом намерении Петра III оказалась Австрия. Австрия отказывалась. Как бы снять свои претензии к Фридриху II, чтобы тот вернул когда-то завоеванную у нее Силезию. И главным врагом пор политики Петра III стала Австрия, и политика стала меняться на такую антиавстрийскую. В начале мая русский посланник к Вене должен был уже открыто выразить такие угрозы со стороны Петра III, что Россия сближается с Фридрихом II и может помочь ему в случае продолжения войны с Австрией что э, препятствием всеобщего мира в Германии является именно ненависть Австрии к Фридриху II. И э, также одновременно посол получил инструкцию о том, что он может готовиться к отъезду, если австрийцы захотят порвать отношения с Россией. Но австрийцы этого не делали, они по-прежнему относились корректно и официально ответили э, Петру III на его предложение о мире, что нужно выяснить э, как бы условия, на которых хочет замириться Фридрих II, и это в достаточной степени долгое событие, то есть по факту они отказали и, в общем-то, также отказали французы. Отношение к французам, здесь можно простить, это личное отношение Петра III. Он открыто французов ненавидел, ненавидел их еще, будучи великим князем. Вероятно, тоже что-то было немецкое. По крайней мере, скажем, в работах современника войны Архенгольца мы видим такое же отношение к французам. Оно чем-то напоминает отношение русских к немцам во времена Анны Ивановны. То есть Французы приезжали в Германию, занимали лучшие места, приезжали кто угодно, какие-то авантюристы, грабили немцев, потом возвращались во Францию и над ними глумились, что какие немцы необразованные и глупые. Ну вот как бы других причин, почему... Петр III так негативно относился к французам, нет. Известный факт, что пишут об этом иностранные дипломаты, что после воцарения он приказал уволить от своего двора всех французов, даже людей с французскими фамилиями. Поваров, лакеев, сказал, что их не должно быть. И потом на одном из перов сказал, что хорошо было бы, если бы его сановники сделали со своими французами то же самое. Ну вот и... В итоге, естественно, никакого сбежения не было, и, в общем-то, отъезд французского посла из Петербурга, он был предрешен. Тем временем оформлялось завершение вот этого переворота во внешней политике России. 22 мая был составлен проект уже союзного договора России и Пруссии, то есть не мирного договора, а уже военного союза. Составил этот договор канцлер Воронцов, и он был составлен на основе старых договоров. То есть исследователь Петра III зачастую упускает этот момент, что договор был, как бы имел свои прототипы, и в Воронцов-то мало что придумал. Скажем, то же самое защита прав диссидентов в Польше ⁇ это не изобретение Петра III, не изобретение Воронцова, это как бы, статья, которая находилась и в предыдущих договорах. То есть Воронцов просто ее реанимировал, включил в этот договор и, в общем-то, как бы, следовал в конве прежней российской дипломатии. Что было новое? Новое в этом договоре то, что Фридрих II обязывался помочь Галштейну провести дипломатические переговоры с Данией, чтобы вернуть Шлезвик. Если эти переговоры заходили в тупик, то Фридрих II обязывался предоставить Петру III 20-тысячный корпус в помощь, то есть 15 тысяч пехоты и 5 тысяч кавалерий, для того, чтобы тот мог начать войну. Также новое было относительно Курляндии. Фридрих II также обязывался согласиться и в общем -то, способствовать тому, чтобы герцогом Курляндии вместо саксонского принца Карла был избран или назначен дядя императора принц Георг Галштинский. Ну и э, этот проект был составлен, потом его отослали прусской русской стороне, Фридрих II внес туда изменения, и там появилась тоже очень интересная статья. Эта как бы, статья не принадлежала русским, это была статья немецкая, прусская. О том, что в случае смерти нынешнего польского короля, следующим польским королем обе стороны договариваются избрать поляка. То есть теперь не будет иностранных принцев, будет поляк. Ну как оно в итоге получилось, то есть Понятовский стал следующим королем, поляк. Но вот эта вот идея проведения короля-поляка, это не русская идея, это идея Фридриха II, которая потом как бы, была действительно сделана. 8 июня 1762 года этот договор был подписан. Подписан за 20 дней до того момента, когда Петра III лишили престола. Он так и не был ратифицирован, то есть его не подписала Екатерина II, но, естественно, его уже не подписывал Фридрих II. Она заключала свой союз, поэтому этот союз был как бы так и не реализован на практике. И вот после этого корпус Черношова, который находился в польских владениях, было приказано присоединить к войскам Фридриха II. То есть фактически этот корпус должен был сражаться бок о бок со своими вчерашними противниками против своих вчерашних друзей и союзников. В русском корпусе, который находился в Польше, вот как пишут польские комиссары, находившиеся при нем, началось брожение. То есть солдаты говорили о том, что как так может быть, что австрийская государня кормила нас белым хлебом, кормила нас хорошим мясом, теперь мы должны убивать ее людей. Не до этого бог. Ну, как бы солдат действительно впечатлил, что... Снабжение австрийцев было налажено белым хлебом, то есть они кормили этот корпус приданной армии так же, как и австрийцев. Белый хлеб для русского солдата – это хлеб господский, табарский, он никогда его не видел, и русские солдаты они сами свой ржаной хлеб пекли. Вот, поэтому как бы, такое отношение произвело впечатление на русских солдат, они не хотели воевать с австрийцами. Ну, мы можем тоже сказать, что молитва была услышана, и в самый последний момент русский корпус отошел от Фридриха II, когда он уже был готов сразиться с австрийцами. Также польские эмиссары пишут, что среди русских, которые никогда не отличались дезертирством, дезертирство стало фактически повальным. То есть постоянно, каждый день сбегали солдаты, Они не хотели идти Фридриху II на войну. Даже командованию пришлось назначить конвойных для тех, кто ходил в туалет. Но зачастую было так, как вот пишет один из поляков, что 60 солдат сбежало вместе с конвойными и в общем-то, отправилось в бега. Вот. И когда корпус этот прибыл к войскам Фридриха II, он тоже отнесся к ним уважительно, всегда предоставлял лучшее место, то есть правый фланг к императорским войскам, у него были просто королевские. И первые сражения он не вводил его в дело, то есть русские просто смотрели, как сражаются поляки с австрийцами. Когда Фридрих II решил, что как бы уже можно этот корпус задействовать, когда битва намечалась, вот накануне этого дня к Чернышеву прискакал спешный гонец из Петербурга, который сообщил, что... Там произошел переворот, Петр III свергнут, и корпусу приказано срочно разворачиваться и возвращаться в Польшу. Чернышов сообщил об этом Фридриху II, и Фридрих II и подарками, и уговорами уговорил Чернышова остаться еще на пару дней, говоря, что как бы припасы нужно приготовить для обратного пути. И Русский корпус так вот во время сражений стоял напротив австрийцев, не прерывая никаких агрессивных действий, но это позволяло Фридриху II сковать силы австрийцев на этом фланге, которые не знали, что русские не будут воевать, и одержать победу. Австрийцы были опрокинуты над одним из флангов и отступили. После этого как бы и Фридрих вошел в Силезию и отнял ее уже у занимавших ее австрийских войск. То есть после этого сражения русский корпус сразу же развернулся и ушел в Польшу. Австрийцы все это время продолжали свою вот эту корректную отношение к Петру III, то есть они все равно не разрывали, хотя у них было, в общем-то, обидно, но они не пытались никак вредить русским, в отличие от того же Петра III, который вредил напрямую и на других флангах. Ну, здесь речь пойдет о самом спорном решении во внешней политике Петра III, которое до сих пор малоизвестно. Вот, допустим, если брать писателей, которые, ну, историков, которые писали биографии Петра III, то об этом эпизоде сообщал только в самом начале XX века английский историк Бейн. Ни Александр Мыльников, ни Ольга Елисеева, ни Кэрол Леонард, это современные авторы, они об этом эпизоде никак не упоминают, хотя это очень красноречиво характеризует самого Петра III. 28 апреля канцлер Воронцова посетил э, коммергер Петра III Гудович и передал ему устный приказ о том, чтобы канцлер написал повеление к русскому резиденту в Константинополе, в Стамбуле, о том, чтобы он сказал туркам, что если турки захотят напасть на Австрию, то Россия останется в мире и не выполнит свой союзный долг по отношению к австрийцам. То есть, таким образом, э, Петр III подталкивал Турок к войне против Австрии. Естественно, это было сделано с целью помочь Фридриху II прекратить эту войну, чтобы Фридрих II, вероятно, помог самому Петру III сладить зданий. Естественно, что это было, в общем-то, чудовищно с точки зрения даже Воронцова. И Воронцов, несмотря на то, что он как бы не был таким вот профессиональным дипломатом, то, что он тяжело болел, что не мог спорить, он все-таки собрался и написав вот это самое повеление, он все-таки отложил его на две недели. Почти, почти две недели, вероятно, он уговаривал Петра III изменить формулировки. И действительно, он этого добился. 14 мая, то есть через 12 дней, был составлен новый рескрипт, по которому который как бы не отменял предыдущий рескрипт, но на практике затрудняло его применение. То есть, скажем, резиденту Обрезкову в Константинополе не нужно было говорить о том, что Россия отказывается от Союза с Австрией, поскольку тогда турки могли напасть на саму Россию, раз она оказалась все-таки. Это тоже, в общем-то, опасный враг для двух стран. А вот если турки действительно будут готовиться к войне, уже точно станет ясно, что они нападут, то тогда, если турки спросят обрезка, он должен сказать, что Россия останется в мире. Все это было в достаточной степени сопровождено большим количеством оговорок, и в таком виде оба этих скрипта были отправлены 15 мая в Константинополь и сопутствующим бумагой резиденту обрезку было приказано лично получить их распечатать лично расшифровать никого к этому не допускать секрет был естественно очень большой поскольку это было серьезным ударом по престижу россии и вообще по ее месту в дипломатии но ну, как бы часто бывает, что секреты по русском дворе хранились очень плохо, и об этом э, в рескриптах узнал австрийский посланник. Первоначально в виде слухов, и в общем -то, он сопоставил факты, что впервые русские не спросили его о том, есть ли у него какие-то бумаги, чтобы перестать в Константинополь, отправили только эту бумагу. Ну и потом австрийскому послу сказал о деталях этих рескриптов какой-то его неназванный добрый друг из коллеги иностранных дел, то есть выдал государственные секреты, кто это было неизвестно. Вот, но ну, даже как здесь австрийцы ничего не предпринимали, также по-прежнему корректно относясь к России. Через месяц в Стамбуле резидент обрезков получил эти бумаги и в общем-то, вынужден применить весь свой талант для того, чтобы выполнить поручение Воронцова по возможности задержать и вот это выполнение скрипта и спасти престиж России. Он долго в общем -то, отбивался от настойчивого домогательств прусского посланника, который даже его, в общем -то, шантажировал, что если Обрезков это не сделает, он напишет в Петербург, что вот он как бы вредит политике своего государя, Обрезкова накажет, но Обрезков твердо говорил, что у меня есть свои инструкции, вот только когда они соберутся, тогда и будут. И всячески проводил много других аргументов. В конечном итоге ему удалось убедить прусского посланника, который уступал в мастерстве, что сейчас этого делать не нужно. И э, Прусах с ним согласился, сказал, что хорошо, как бы я добьюсь того, что турки подготовятся к войне, и тогда мы снова с вами как бы, встретимся. Турки действительно начали активно готовиться к войне, то есть они стали устраивать марши, собирали войска, передвигали их. Но, ну, как писал Обрезков, как считает современный историк, это было сделано в качестве такого блефа. То есть э, аргументом Обрезкова было то, что войска готовятся, но магазины военные не наполняются, то есть припасы не делаются, значит войска поход не пойдут. Вероятно, турки хотели просто угрозами напугать австрийцев, чтобы те уступили им, отдали ряд территорий или еще как-то пошли на уступки. Но, ну, в общем-то, современные историки с этим согласны. Турция реально войны в этом году не хотела, тем более, что ее насторожила политика собственно Пруссии. Много лет Фридрих II говорил туркам, что главный враг Россия, что они должны выступить против нее, теперь получалось, что он и русский император лучшие друзья. Неизвестно, как это скажется самой Турции. То есть это как бы причин для того, чтобы подождать и посмотреть, что же вообще с этим будет. Ну и в этот момент, в общем-то, наталкивая Турцию на Австрию, сам Петр III готовился к войне с Данией. Датчане предложили последние переговоры, и Фридрих II, в общем-то, которым тоже эта война была не нужна, война с Данией, пока он сам не покончил с Австрией, уговорил Петра III согласиться на эти переговоры. Они должны были проходить в Берлине при посредничестве самого прусского короля. Начало этих переговоров было намечено на 1 июля. Туда уже прибыли русские представители. Это был посланник в Дании барон Корф, то есть таким образом его даже не нужно было из Дании отзывать в случае войны, и галштинец Салдерн. Салдерн тоже не хотел этой войны, и вот есть сведения о том, что он, в общем-то, сообщал все ему известное датчанам, чтобы они тоже знали, как будет позиция Петра III. Петр III написал такой инструкцию, в котором сказал, что они должны вести переговоры 8 дней. Если за 8 дней датчане не откажутся от Гольштейна, значит, нужно всем сообщить, что переговоры прерваны и русская армия выступает поход. Командовать русскими войсками в войне с Дании Петр III получил генералу румянцеву который находился в это время в Кальберге, взятым еще у прусаков, туда по ночам подвозились припасы и приходили подкрепления. Сам Петр III тоже собирался возглавить русскую армию для того, чтобы победить датчан лично. Он считал себя хорошим полководцем и, в общем-то, не зря же его Фридрих II повысил до генерала. Сам, кстати, Петр III говорил потом Воронцову как бы на полном серьезе, что он давно переписывался с Фридрихом II, и тот в своих письмах писал ему, что как бы, начав с капитана, он постоянно повышал его в звании. И причинами этого повышения звания было то, что Фридрих II увидел воинские таланты в письмах у Петра III. Петр III этому верил и считал себя как бы, таким выдающимся полководцем, раз так его оценивает сам великий Фридрих. Эти переговоры так и не успели начаться, поскольку за три дня до их начала Петр III был свергнут. И 29 июня, на следующий день после переворота, Екатерина II написала свои первые распоряжения по внешним делам. Был отправлен первый рескрипт в Константинополь, в котором Обрезкову предписывалось больше не с этими рескриптами, больше никаких подталкиваний турок к войне с Австрией не делать. И одновременно с этими второй рескрипт отправился в Берлин к посланнику Корфу, что он теперь должен возвращаться в Данию, в Копенгаген и сказать датскому королю, что больше войны не будет, поскольку она не сходится с интересами и Россия снимает все требования по возвращению Гаштейна. Только через несколько дней Екатерина занялась текущими внешними делами, и естественно, что это было не ее изобретение, это, скорее всего, идея Воронцова или кого-то из другого руководства российской дипломатии, чтобы как можно быстрее отменить самые одиозные решения Петра III и прекратить вот эти вот две войны, которые могли бы начаться. Ну, и таким образом, можно сказать, что все вот эти 186 дней правления, которые были уделены Петру Федоровичу, они завершились. Каковы же итоги его вот внешних дел? Для Гаштейнга торпа Петр Федорович сделал очень много. В 2014 году в Киле, в столице бывшей Гольштейн-Гаторпа, -Го был построен, ну, как поставлен первый памятник Петру III вообще в истории. И это, наверное, самое подходящее ему место. То есть для своей родины это был действительно выдающийся деятель. Он очень многое сделал, но как бы не его вина, что он не успел сделать больше. что Так его правление и жизнь оборвались. То есть он изолировал Данию. Все шло к тому, что действительно Гольштейн может вернуть себе Шлизвик. Он э, повел против Дании Прусаков. Фридрих II был вынужден согласиться, придать свой корпус. Ну и, в общем-то, э, как бы все было для Гаштейна хорошо. Ну, э, есть, скажем, книги Мыльников, у него есть такая глава, посвященная Петру Третьему, «Терния миротворчества». Он считает это миротворцем. Естественно, что он не упоминает о том, как Петр Третий пытался вызвать войну Турции против Австрии. Это война, в общем-то, не просто война двух германских князей, это масштабное нашествие, столкновение двух миров. И, естественно, всегда турецко-австрийские войны уносили много жизней, лилась много кровь. Но ну, даже Кэрол Леонард, она не упоминая об этих вот попытках, все равно назвала, э, написала точнее про Петра III, что он не такая жертва судьбы, как принято изображать, и э, что его можно поставить среди самых агрессивных и циничных монархов XVIII века. То есть, с одной стороны, он говорил о мире, с другой стороны, он тайно подталкивал государство к войне. Что дала внешняя политика Петра, Петра III России? Ну, здесь мы можем активизовать одним словом, это, в общем-то, катастрофа. Есть вот известный термин геополитическая катастрофа, которая широко используется. Но это вот как раз вот такая геополитическая катастрофа в XVIII веке. То есть с высших позиций все перевернулось. Россия в конце Семилетней войны была одной из ведущих держав Европы. Речь даже не о том, что можно было присоединить Восточную Пруссию, а о влиянии в Европе. То есть Россия играла бы, это совершенно очевидно, первую роль на мирном конгрессе. Могла бы добиться всего. Она стала бы ведущей в этом европейском концерте. И приход к власти, и вот этот переворот, отказ от всего, что было завоевано, это фактически для России то же самое, что для 19 века была Крымская война, такой же подрыв внешнеполитических позиций. В 20 веке это революция 17-го года и распад Советского Союза, то есть когда дипломатия начинала, выходила, вынуждена была с нуля. Все, что было завоевано за предыдущее время, все это было уничтожено, и вот такой вот случай произошел в 1762 году. Были уничтожены труды российской дипломатии еще с Петровских времен, даже можно сказать, что больше. Он фактически все перевернул. Например, союзников сделал врагами, врага союзникам, и даже в какой-то степени это означало крах базовых позиций российской дипломатии в XVIII веке. Мы знаем, что первые годы своего правления Петр I искал союзников против Турции именно в Австрии. Как бы не получилось найти, поэтому он переключился на север. То есть здесь даже почему-то австрийцев делал врагами и Бросал против них турок Петр III. Это не было ошибочными действиями, это действительно была его внешнеполитическая система. Петр III не был дурачком, его вот эту линию можно проследить и воцарение, и он ее тщательно проводил. Все, что этому не мешало, какие-то там внешнеполитические дела, все это позволяло свестись Воронцову. Документы дипломатических дел Петра III показывают, что в общем-то, текущие дела шли своим чередом, работала коллегия иностранных дел, работал Воронцов, и если скажем, это не приходило, не затрагивало каких-то интересов самого Петра III, то Воронцов здесь мог делать все, что угодно. Есть несколько линий, которые отвечал Петр III. Это, опять же, проблемы с Дани, возвращение Шлезвика, это союз с Фридрихом II, и это вопросы Курляндии, куда он хотел посадить своего дядю. Ну и можно сказать, что до сих пор никто не доказал, что Петр III хотя бы считался с российскими интересами во внешней политике, не готов, чтобы он им следовал. Он заключил союз с Пруссией, но можно попробовать оценить, чтобы дал этот союз России и что он хотя бы мог дать. Пруссия, естественно, союз дал очень много, то есть фактически он оставил ее в числе великих держав. Пруссия была на грани поражения, сам Фридрих II писал, что ему остается только полтора месяца, если Турция не выступит против Австрии, то в феврале 1762 года он как бы, согласен уже сдаться, войны не будет на следующем году. Но вот как раз вот 25 декабря Елизавета умерла и у Фридриха появился новый шанс. Потом именно Пруссия, именно Берлин объединит всю Германию, и именно Берлин выступит против русских в обоих мировых войнах. И мы можем сказать, что это произошло именно благодаря тому, что Фридриха II спас Петр III. Ну и таким образом были перечеркнуты усилия России в Семилетней войне, вся пролитая кровь, отданы все занятые территории. Нет теперь заслуженного места первой державы Европы, разорван союз Австрии, что подорвало усилия по выходу России к Черному морю. Разрушено намечавшееся франко-русское сближение, в частности, на момент смерти Елизаветы Петровны, как писал Воронцов Петру III, торгово-культурный как бы сказали, торгово договор с Францией был уже подписан, по которому устанавливалась не только торговля с Францией, но и такое культурное сотрудничество. То есть русские должны были принимать французов на обучение и относиться к ним как к фаворизованной нации, то есть как тому, народу, который занимает такое первое уважительное место. Вот этот договор, естественно, был похоронен, и, в общем-то, отношения с Францией были разорваны здесь уже исключительно по прихоти Петра III. То есть каких-либо особых причин разрывать с французами, так как он это сделал, не было. из-за этого разрыва с Францией были похоронены намечавшиеся новые отношения с Испанией. Французский посланник только прибыл в Петербург, и его король, Карл III, один из самых выдающихся королей Испании, в то время активно пытался установить добрые отношения с Россией, отмечая то, что влияние России все более и более увеличивается, и Испания тоже интересовала торговлей с Россией. Но в связи с тем, что Карл III ориентировался на Людовика XV и дал такие инструкции своему дипломату в России, он, в общем-то, делал то же самое, что и французский посланник, и поэтому, общем-то, отношения с Испанией тоже не сложились. Ну и, как я уже говорил, что Петр III спас главного внешнеполитического соперника России, спас Пруссию. И как бы мы вот можем вернуться к вопросу, какова роль личности в истории, даже роль времени. Всего полгода, 186 дней, но как сильно они повлияли на всю историю Европы. Вся история Европейского континента и даже, может быть, история мира могла быть иной, если бы Елизавета Петровна прожила хоть несколько месяцев дальше. Но ну, вот как бы так оно не случилось. Вот, и э, еще один интересный вопрос. Это отношение политики Петра III и отношение политики Екатерины II. Соотношение политики Петра III и Екатерины II. Об этом тоже мало говорят. И, по сути, Екатерина II она продолжила ту политику, которую проводил Петр III. Она по-прежнему была в союзе с Пруссией поддержала Фридриха II, она по-прежнему находилась в плохих отношениях с Австрией и Францией. Но если для Петра III это была выстроена его линия, его обдуманная программа, то, на мой взгляд, для Екатерины II это была 20-летняя ошибка. 20 лет Екатерина вела не ту политику. И только потом, к началу 80-х годов, она отказалась от этой линии, она отправила в отставку своего главного советника Панина, она сблизилась с Австрией, заключила с ней союз, и вот следующую русско-турецкую войну Россия вела уже в союзе с австрийцами, как, в принципе, должно было быть. То есть в какой-то степени... Вину за то, что я сейчас говорю, за Петра III должна разделить и Екатерина. Ну, у нас Екатеринский миф в достаточной степени силен, и как бы, изначально считается, что Екатерина всегда была права, но, вот, на мой взгляд, здесь нужно серьезно пересмотреть. Это была ошибка. Ошибка была связана с тем, что Екатерину окружали не те люди. Сама она тогда не очень хорошо разбиралась в внешней политике, и так оказалось, что вот ближайший соратники Петра III, тот же Кейзелинг был одним из главных советников самой Екатерины, ну и в общем такую же позицию придерживался и Панин, один из участников переворота и человек тоже, который возглавил потом внешнеполитические дела. Поэтому как бы здесь, мне кажется, еще в достаточной степени много работы историков, чтобы действительно трезво оценить политику Петра III и по политику Екатерины II. Политика одинаковая, оценки у нас получаются до сих пор разные то, что мы не прощаем Петру III, мы прощаем Екатерине. Ну и, в общем-то, наоборот. Ну и как мы знаем, что, в общем-то, э, можно действительно, как я уже сказал, разделить внутреннюю политику Петра III и его внешнюю политику. Внутренняя политика она, в принципе, находилась в том русле, в котором шла вся э, раз, все развитие России еще, в общем-то, с петровских времен, даже может быть раньше. То есть здесь никаких вывихов не было, а вывих был только во внешней политике. И это э, вывих э, достаточно дорого дался России. И, как я уже сказал, что без Петра III, без э, того человека, который оказался в ненужное время, в ненужном месте, история Европы была бы иной, и, может быть, мы жили сейчас бы в ином мире, где Россия занимала бы куда более серьезные позиции. Вот на этом мы хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю тему. Ну вроде бы я, да, все